Всех приветствую, продолжаем нашу партию за Мавританию. И, собственно, подготовился я к войне, нанял еще одну армию и решил, что воевать мы будем конными войсками. И, собственно, нападаем на Аквитанию. У нее в союзниках достаточно много стран, но, собственно, я думаю, мы справимся. Объявляем войну. Кстати, это республики все. Очень интересно. Мастийское восстание можно, наверное, даже своим вассалом сделать. Пятый республики. Да, остальные-то особо не имеют смысла. А вот, кстати, я бы сделал своими вассалами. Что ж, давайте врываться. Сразу же встаем на осаду. Здесь я поставлю печать границы. И, кстати, наконец-то у нас рекрута встала до себя. Отлично. Все три крепости мы осаждаем. И надо бы технологии изучить. Я вот думаю, пока они не особо дорого стоят, пока мы еще испанские земли не захватили. Поэтому давайте сейчас на них копить. Харизм. Получаем триумф. Завершаем. Цель Битика. Битика — это как раз то, что мы сейчас, собственно, и будем забирать. Поэтому, я думаю, стоит ее забрать. Ух ты. Вот эти наняли наемников, да? Ого, сколько денег они накопили. Все потому, что Карфаген тут вообще не воевал, видимо, из-за того, что мы его били. Печально. Надо покончить будет с этой страной. Сделать это до того, как наемники придут. Можно прокачать остатных инженеров, это ускорит нам осаду. Ну и немножко повысим скорость игры. Здесь как-то уж больно дерзко, по-моему, врывается он. Да ладно. Ого. Ого. Вот это прикол. Вот это вломили лучники. Прям действительно защитил границу. Давайте конницы поймаем эту песчонку.
надеюсь, пока наемники не пополнились, попробуем их разбить. Тем более мы выигрываем еще одну осаду. Интересно, куда они отступают? А, видимо, куда-то не близко. Так, эту армию ведем тогда сюда. И сюда. И будем дальше, собственно, продвигаться. А с Агутинией я не буду прямо долго воевать. Оставим ее, потом заберем. А сейчас я предлагаю все же выбить вот эти страны. Этот кусочек Испании забрать. Первой страной можно уже мириться. Пока еще нельзя, но месяц подождем, я думаю, они через месяц будут согласны. Давайте мириться, ой, давайте мириться. И наконец-то согласны. И мы просто забираем эти земли. Снижать агрессивную экспансию. А также снесем личные крепости. Предъявили новые претензии. И пробуем здесь все же выиграть это сражение. Похоже, нам это удастся. И потери 4000 почти против 12. В 3 раза больше этого конница. Вот это я понимаю, конница сила. Вот очень большим упущением я считаю, что когда мы переносим столицу, образовывая другое государство, то у нас нету выбора, то есть мы не можем отказаться, например, от статуса ставить столицу своей прошлой страны. Это очень плохо, потому что торговые пути уже туда проложены, немало проложено. Ну и, собственно, это печально. Хотелось бы мне образовать Нумидию, я не буду это делать, потому что переместить потом обратно столицу проблемно. Так, здесь захватываем. И что мы можем еще учить? Верность персонажей с ней как-то проблемно в этой карте. И давайте пойдем разобьем врагов наших. Мы уже контролируем осаду, отлично. Минус армия полностью. Три стабильности, замечательно. Ну и здесь бы, конечно, эти племена ничего, не эти государства ничего не спасет. Пытались не атаковать, но я думаю, это была большая ошибка с этой стороны. Даже подкрепление нет, подкрепление успело дойти, но это я подумал, смогло. Ну
несут просто огромнейшие потери. У нас же рекрутов теперь уже достаточно. Здесь почти 300 человек в месяц прибывает, и этого вполне достаточно, чтобы компенсировать потери в компании. Получим деньги за племена. И отдам смены политики губернатора, я покажу. Дальше. Ремонт кораблей в море. И движемся от верности полководцев и флотоводцев. Также, кстати, либурные триремы, то есть у нас все-таки флот должен быть. Давайте ими их построим чуть-чуть. Еще одна крепость там. Выдвигаемся дальше. Продать рабство за то, что посмел командовать армией, которая с нами воевала. Продвигаемся вперед. Еще одна осада выиграна. Тоже двигаемся на следующую крепость. Продадим ее в рабство. Блин, здесь нам похоже сейчас подобьют армию. Причем полностью уничтожили. Ладно, придется нанимать новую. Сделаем это уже после войны. А здесь возьмем доход от торговли. Не пойду я пока что их отбивать, тут крепости, я думаю, им помешают пройти. А мы возьмем пока эти крепости, отдадим, чтобы поскорее войну, в принципе. Тем более наш вассал пошел туда. Так, нет, стоп. Мастийское восстание я бить хотел. Я хотел его сделать нашим вассалом. Ну, если, конечно, оно... Нет, оно сейчас наткнулось, к сожалению. Ну, ладно. Слушайте. Значит, разгромим. Еще одно клиентское государство у нас появляется. У нас 2 из 4 отношений. И фигово, что Сиол не пошел, не отбил. Понятно. Посмотрим.
Кстати, армия туда выйдем. Ведь я думаю, уже без нее последние две крепости возьми. А мы наконец-то отобьем. Сори. Тупой Иол, а? Можно было поймать засранцев, которые тут на территории захватывают, но Иол нас подъем. Ладно, выигрываем. Еще одну осаду. И, собственно, движемся дальше. Ой, Ол, дай ему выйти. Отлично. Здесь мы тоже выигрываем осаду. Идем, добьем войска. Не можем еще какое-то нововведение сделать. Тут будет любовь к иной культуре. Полностью разгромили вражеские армии. А вопрос, куда идти дальше? Мы можем пойти вот так вот забрать. Вот так забрать страны. А можем пойти вот так вот повоевать, забрать здесь. И я думаю, наверное, все же тут лучше забрать. Поэтому давайте одну из армий мы перейдем сюда. Эту отправим сюда. И последнюю сейчас также отправим вот сюда. Отлично. Давайте мириться. Выбираем. Забираем. Последнюю страну тоже забираем. Замечательно. Правда, я гляжу, у нас проблемы по ретру там начались. Стабильности поднимем. Здесь обе крепости я оставлю, а вот. А можно вот эту снизу тут оставить. Можно сделать вот так. Отлично. Здесь надо немножко восстановить наши войска. И вот для этого региона нам бы нанять опять армию, которая будет верность провинции поднимать.
Но опять же, в первую очередь мы пойдем на войну. Но это будет в следующем месяце. Сейчас как раз восполним наши армии. Еще раз проверяем, кто будет воевать. И оба наших вассала также будут воевать за нас. Здесь везде врываемся. Здесь полностью минусуем вражескую армию. И пойдем разобьем наших врагов. Пойдем брать эту провинцию. Отлично, все складывается просто замечательно. Единственное, хотелось бы, конечно, Карфаген захватить. Как минимум, вот эту часть его. Ну, наверное, это мы будем уже позже делать пока что. Чтобы захватывать Испанию, начать там обращать население. Пойдемте разобьем 10 тысяч войск в радости. Тоже выбьем вражескую армию. Пойдем сюда. Неплохо ворвались. Дали внуков нему. 10 идем на осаду следующей крепости. А тут осаду выиграли. Пойдем на следующую крепость, уже осадим ее. Тем более, как я вижу, здесь наемников наняли. Никаких шансов тут, конечно же, нету. Барбаров мы их заберем. Ух ты, еще наемник. Эй. А рейтров это у нас кончаться. Просто посмотрим, что получится. Там воюют.
подруге. А, с Карфагеном. Походите, побейте друг друга. Здесь наш вассал выиграл осаду, отлично. Сразу две крепости строят, просто в провинции по крепости. Нормально. Выиграли еще осаду. Идем на следующем. Кстати, тоже выиграли. Да, и нам кто-то нужен на военных пути. Будет безродная, если что, его можно будет всегда заменить. Сюда назначим безродную. Снялись сады. Теряем очень быстро ретро. Но я думаю, все равно на нас никто напасть не должен. У нас достаточно прочная тут позиция. Щедро заражаем. Деньги взять. Качать дальше технологиями. Нововведение. Здесь полностью врагов разбили. И разбили здесь тоже наемников. Отлично. Выводим нашу армию. Хотя зачем выводить? Мы здесь можем оставить. Все равно будем сейчас мириться. Нет, выводим. Сейчас будем воевать с Кельтикой, я думаю. Так что это хороший вариант сейчас ее купить. А, блин. Там
месяц восполнится сейчас боевой дух. И я внезапно увидел, что мы вот здесь потеряли все войны. Тут, я думаю, справится наша армия. Давайте убьем пока, да, у них нету боевого духа. Блин, они опять наемников наняли, да сколько можно? Тут тоже идут. Давайте посмотрим дальше. Если, допустим, мы фабрикуем сюда, кто присоединится? Ну, давайте предъявим. Здесь ждем, пока сейчас захватится территория. Отлично. И можно мириться с одной страной. Назначим губернатором. Нет, это точно нет. Появляется врагом. Товарный. Страна полная свобода. Вот, плохой. Что мы будем? Придем бетиком, продолжаем. Собственно, идем осадим. Разбили наших врагов. Готовы мириться. Убираем. И опять же забираем. А теперь, что нам нужно? Я думаю, вот эта крепость нам не нужна, так же как не нужна и вот эта больше. Здесь я бы убрал вот тут крепость. И пока оставим, поскольку нам тут войны предстоят. Ну и эти тоже. Эти, я думаю, уберем. Итак. С кем мы будем воевать? Аполия и Апидания. Ну что ж. Подойдем поближе. 5000 рекордов у нас не хватает. Это печально. Но ничего, мы с этим пока что поделать не. Единственное, можем пока вот эту армию передвинуть, и она у нас будет тут захватывать территорию и разбирать.
потом немножко восполним свои потери. Наверное, тоже, да, денег. Тоже будет спамить наемниками. Ну что, давайте воевать. Латенция. Так, тогда немножко изменим. Эту армию приведем сюда, а это поведем на колотенцию сразу же. Сейчас еще немножко успеет восполниться наши отряды. И мы захватим прямо-таки огромный кусок Испании. После чего можно будет немножко поселить, кинуть агрессивную экспансию. Или еще захватите Британию. Потом уже. Ну что ж. Давайте повоюем. Вырываемся. Встаем на осаде. Так, нет, эту армию мы отправим. Громить отряды, потому что иначе, боюсь, нам тут сейчас все пограбят. Отобьем свою крепость. Блин, здесь ворвали. Думаю, что он прям так реально много ворвалось. Мы победили. Шикарно. Представим защищать границы. И нам надо главное проломиться через крепость и ворваться туда, на внутрь страны. И потихонечку минусовать. Немножко подвисла, я уж испугался, что какой-нибудь там Карфаген объявил войну мне. А бывает, среди. Очень важно сейчас крепость за крепостью брать. Есть. И пока мораль не восстановилась, давайте разобьем еще раз эту армию.
Отлично. Разгромили вражеские войска. И встаем дальше на осады. Возьмем довольно свободных жителей. И будем пытаться прожимать. Да, после этой войны нам точно придется сидеть, как минимум, восстанавливать рекрутов. Еще я больше воевать через наемников. Если будет посидеть, агрессивку, восстановить рекрутов. Торможем. Мы можем нашего правителя отправить на захват, а их в армию везде крепость брать. Ну, либо воевать. Идем на следующую осаду. Здесь тоже пойдем на осаду. А тут надо аккуратнее нашей птичке бегать. Аккуратненько будем захватывать. И давайте мириться с первой стороной. Заодно сейчас вот эта армия пропадет. Еще кого-то разгромили. А рекрутов у нас все больше и больше не хватает. Да ладно. Они еще и смогли разгромить эту огромную армию. Замечательно. То есть этот кусок южный можно теперь спокойно выбирать. Очень хорошо. Ведем нашу армию. Блин, здесь мешает крепость, да? Но все равно надо подвести. Возможно, крепость сейчас упадет, и тогда мы сможем их разбить. Нет, к сожалению, не упала. Но зато мы вот здесь, на юге, все земли смогли захватить. Это уже... плохо. После чего с Кельтикой проблем не будет.
Отлично. Сразу же двумя армиями обрываемся. Здесь идем, забираем последнюю провинцию. Налоги на эти силы. Давайте это поле минусовать. Правителя я бы вывел куда-нибудь подальше. Идем дальше. И эту армию тоже поближе пододвинем. Думаю, крепость можно убирать. Делаем импорт провинции. Блин, не получается пройти за этот. Надо обязательно взять. Но это лишь вопрос времени. Здесь, кстати. Ого. Ого, сколько их здесь. Понятно все. Тут точно надо рейтинг восстанавливать и, наверное, даже еще одну армию. А вот что государственная религия возьмем. И надо, кстати, бы. Заменить наших внуков. Так. Люди здесь пытаются ворваться. Проверил я достижения, потому что иногда бывает, что они слетают. Все в порядке. Мавритания становится уже силой. Надо бы еще как-то Карфаген добить. Шикарно. Но для этого надо флот строить, пока я, честно, не особо хочу строить. Давайте вот так вот своюем. Армию сразу на осаду дальше. А.
Мы движемся вперед. Кого-то даже удается не вставать. Блин, какие деньги? Кажется, культурную ассимиляцию. Он проще сменить этого губернатора. Дебила. Что за дебилоиды, а? Деньги, блин. Сидел совсем. Закультуривать надо, чтобы кто не разбухал. Кстати, в принципе, теоретически, мы можем просто без повода напасть туда, захватить этот куницион и тем самым тем самым получить ачивку. Но это не совсем интересно, я чтобы поиграть за Мавританию, а не просто ачивку выполнить. Ну и давайте мириться. Да, не слабо. Давайте разбежимся армиями. Вот он, например, можно сюда отправить. А, нет, сюда нельзя. Например, сюда. Ну а это, например, сюда. Отлично. А, война окончена. Можно сразу же спустить лишние кубики. Ну и пока что серию я буду заканчивать. Неплохо расширились в Испании. А в следующий раз уже включу, когда будем готовы к следующей войне. Между сериями так немного Мавританию поразвиваю. Ну и восстановлю рекордов, потому что очень много мы потеряли. На этом, как сказал, серию заканчиваю. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч!